Эпидситуация в Чуйском регионе потихоньку стабилизируется. Количество коек в больницах сокращается, а здоровье чуйцев приходит в норму. Конечно же, цифра выздоровевших превышает количество зараженных, сообщают медспециалисты. Образовательные учреждения вновь открывают свои двери для школьников после объявленного карантина. Идет единичные случаи. Большинство те, которые обращаются, они 100% не привитые. Поэтому я население призываю прийти свои по месту жительства поликлиники, вакцинируйтесь третьей дозой. Параллельно с этим у нас эпидситуация по гриппу ОРЗИ тоже стабилизировалась. На прошлой неделе у нас было 100 тысяч чем-то случаев. А позапрошлый у нас 2000, почти 50% сократилось. Специалисты неустанно твердят, что нужно укреплять иммунитет с помощью прививки. В настоящее время в области в общем бустерную дозу получили свыше 8 тысяч чуйцев. На сегодняшний день по Чуйской области имеется Синефарм, Модерна, Пфайзер и Спутник Лайт. Кто какие вакцины, кто желает, может обратиться по контактному телефону своему участковому врачу. Если там более 5 человек, они могут организовать выездные мобильные бригады. Отметим, что в Кыргызстане четвертая волна COVID-19 началась в январе текущего года. Сейчас все медработники делают все возможное, чтобы снизить количество заражений. Мурат Джулукеев, Салима Дюшенбекова, Бексултан Нурадилов, СТВ.